Recovery кафе. Интересные тут какие-то знаки. Похоже, тут на переходах надо бегать бегом. Записываю видео, даже не знаю, будет это кто смотреть или нет. Ну ладно, запишу, пусть будет. Еще какая-то стройка здесь. Terry Avenue. Христианская церковь. 9th Avenue. 9th Avenue. Подъехали к 9th Avenue. Вот в этом здании в кирпичном красном двухэтажном написано Reading Room. Изба читальня. Dexter Avenue North.
мы сейчас стоим на Харрисон-стрит. Перед нами вот пересекает Аурора Авеню Норс. Это парковочка, вот это. До 2 часов стоит $8. На целый день $18. Алдер Гирш Персонал Инжури. А, это адвокат по несчастным случаям. Это музей. Я уже здесь с утра прошлась. Вот вам Space Needle. Очень большая парковка здесь есть, крутая. Coffee Shop Espresso. О, парковочка была пустая в 10 утра, а сейчас уже полным-полно машин. Люди заходят в музей. Он работает до 6 вечера. Вот здесь видно знаменитый монорельс. Это вход на Space Needle. Вот он, монорельс. Конечная станция закончится прямо в универмаге, в самом дорогом, Fifth Avenue. Перекресток, 5-я авеню, с Дэнни авеню, с Дэнни Уэй. Очень приятная улочка. Таверн Пойнт кафе, вау. Thank you.
insurance company. Страховая компания, очень известная, называется State Farm. Это палата Schamber Insurance. Они страхуют машины, дома, жизнь, здоровье, даже, наверное, и написано банки. Ха! Передо мной Уолл-стрит. Yes. Я нашла Уолл-стрит in Seattle. Ричард решил погуглить, чтобы не заблудиться. Школа теологии и философии. White Place Market to the left. Пирс 66. Переход. Мы выехали на набережную. Парковка $7 в час. От 1 до 2 часов $10. Идем по парковке. Спустились на один этаж ниже. Парковка многоэтажная. О, лифт есть. Нам надо выйти на переход. Называется Sky Bridge. There is Sky Bridge probably. Оно, что-то там темно вообще. Take your key, lock your car, move your belongings. Report suspicious activity to the Port of Seattle Police. Приехали на лифте в Sky Bridge. Это 4-й уровень. Сейчас надо пешочком шлепать. Подошли к переходному мосту. Здесь написано, где, куда идти и что тут есть. Мы идем в Bell Harbor Marina. Круиз-терминал тут есть.
и Всемирный торговый центр. Прямо туда попадете в Всемирный торговый центр. А мы идем вон туда. Справа от меня AI, AI, The Art Institute Seattle. Всемирный торговый центр города Сиэтла. Набережная. Пирс 66. Белл Харбор International Conference Center. Сейчас перейдем вот по этому мостику. Круизный кораблик подходит. Фонтанчик работает. Мы на Аляскин, Вей. Мы прошли вот по этому мосту, поверху. Перед нами Всемирный торговый центр города Сиэтла, а рядышком гостиница Мариотт. А это Энтонис Фиш Бар, рыбный бар. Ой, какая красота!